the next left. Continue for 5 kilometers. Здравствуйте. Сколько? Да. Сколько? 500. Нашла. Пойдешь? Анжела уже с ножом. Грязненько здесь. Ну что ты снимаешь-то? Снимай, как снималась горизонтально. Ё-моё. Иди лезь за своим грибом, достал. За грибами. Вдоль дороги видела грибы. Вот они. Иди сюда. Вот. Вот грибки. Вот грибок. И там грибки. Режь. Режу. Оп-оп-оп. На палочке не знаю. Ну, один червивый. Один прям червивый, а два молодых. Ну, тоже вроде червивые. Ну, ладно, заберем как трофей. А вон еще впереди целая полянка. А люди проедут там? Здесь вон целая куча их. Вот. Это какие-то маслята. Дай чем-нибудь протереть. Натурально маслята. У нас такие не растут. Thank you.
А у кого ты спрашивать-то будешь? Тут же спрашивают. Он показывает вот там где-то дар. Тут же спрашивают не у кого. Нет. База отдыха. Вон, смотри. А вот база отдыха, парковка, база отдыха, Дара. А где, куда ехать? На левее? Туда куда-то? Я не знаю, мне надо убрать этот телефон. Так приклей, да и все. Я же сказал, приклей. Туда же тебе куда-то надо? Ну, по идее, туда, да, он показывает. Куда? Ну куда-то сюда, да. Вот он, Дара, не знаю. Всего тупик. Вон туда можешь прямо еще проехать. Где сколько пока? Ну вот здесь ну, где-то 10-й, вот наверное, есть. Анжела купила себе домик в деревне. Правда, на один день. В лесу. Хотел пингвинов показать. Покажет Анжела. Они сейчас, смотри, развернули. А, они купаться пошли, прикинь. Они летели, летели и туда, в нам бух, вон они, на воде. Мы сейчас туда пойдем. Летели, летели, и кучка так бух. Ты тапки не сняла, Анжела? Да. Давай быстрее, ныряй. Тут далеко, да, надо идти еще. Ты смотри туда, а то провалишься. Ну давай уже нырни, и я все закончу. И чё, как? М? А чё лицо в воду? Анжела говорит, прыгать и писать в воду запрещено. Так?
Анжела думала, это рыбка там застряла. А может там рыбка, там сеть по нему стоит, нет? Ну, скорее всего, просто это камень. Видишь, камень это Анжела. Да, это волна ударяет потом. А ты думала, что? Рыбка. Рыбка. Там же где-то должен быть. Ну туда не пойдем, наверное. В ту сторону мы идем. А вон баня работает у кого-то. Мартын. Их там много. Какой мох рыжий. Да ладно, рыжий. Все? А, отпугал кого-то. А чё ты не стрелял? Надо было не так стреляю. Пух, пух. Чё они тут делают? Да, а? Да, а тут чё-то смотри, какая вода-то. Да. Синяя какая-то. И чё, им тут нравится плавать в такой синей воде? Тут и бензина сюда, и чё-то. Ага. Это мы вот так вот чай варим. Вот он, Влад. Чай пожарился. Вот он чай. А я две сразу не зацеплю, наверное. Ёпа, хорошо мне на руки. Видели, что может быть? Это способ, как можно вскипятить чай. Так, сейчас. И сейчас налил. А наливать надо тряпку. Вообще лучше перчаточка. Там еще полотенечко такое. Еще где-то полотенечко было. Да, не может. Все, чай с пряниками. Анжела, Анжела, Анжела. А ты видела аквариум у нас? Аквариум. Смотри.
Да. Ну вон же, видишь, аквариум. Рыбки вон там, не видишь? Да. Да? А, нет, не аквариум. Это же листики. М? Это же листики. Листики? Листики, листики. Что делаешь тут? Что делаю? Надо их постричь. Разведение костров запрещено. Загоди его. Упс. Луна. Какая-то пикселизованная луна. И огонь как будто не настоящий. Ну, здесь тоже. Что тут делаешь? Кого собираешь? Кого-кого? Как мягко тут ходить. Вообще, мох такой, смотри, классный. Угу. Ну, это не мох, это... Красивое что-то.